В поселке Харута прошли гонки на оленьих упряжках Нерм-Ялумт, что в переводе с ненецкого означает «рассвет севера». Одноименное название носит и сам колхоз, оленеводы которого вышли на старт. Помимо самих гонок, жителей и гостей праздника ожидала яркая концертная программа с выступлениями приглашенных артистов из Нринмара. Подробности в материале Натальи Кисляковой. Гонки на оленьих упряжках – традиционно яркое зрелище. Эта давняя традиция ненецкого народа зародилась в глубинах тундры. На забегах выявляют, чьи олени самые быстрые и выносливые. По правилам гонок в упряжке 4 оленя и один вожак. Прежде чем выйти на соревнования, выбирают лучших оленей из стада, ну а затем проводят ежедневные тренировки. На старт вышло 19 участников. Все они – претенденты на победу. Ну а перед началом заезда самому молодому, старшему и семье оленеводов вручили приятные подарки. Чтобы у него было все хорошо, чудесно, его начинающей, молодой, цветущей жизни. На импровизированной сцене приезжие артисты устроили яркий праздничный концерт для жителей и гостей поселка. Неподалеку расположилась ярмарка и выставка ненецких костюмов, сшитых по старым традициям. Мне нравится праздник, то, что у нас поставили чум, приехали гости из Наринмара, из Тельвиски. Выступление здесь красивое, еще выставка. Вот этот костюм у меня сделала мама. И вся выставка у моей мамы и детей из школы. Праздник отлично. Вот, ну вот, то, что вот с Наринмара приехали, вот, красиво выступают. По традиции, словами благодарности к оленеводам обратились представители власти. Оленеводство – древнейшее занятие коренных жителей тундры. Оленевод и чумработница – это больше, чем чем просто профессия. Это образ жизни. 2018 год для работников нашего кооператива был непростым. Но мы приложили максимум усилий для достижения положительного результата. Все это стало возможным благодаря труду наших работников, помощи организации поселка. Я хочу вас искренне поздравить с таким замечательным, знаменательным днем и от всей души пожелать вам хорошего, доброго настроя на сохранение традиционной отрасли, как оленеводство. Поэтому мы гордимся вами и хотим, чтобы всегда продолжалось это дело ваших отцов. На торжественной церемонии почетным жителям, внесшим непосильный вклад в развитие поселка, вручили грамоты от собрания депутатов. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».